Сегодня обзор смартфона Jiayu S3. Это уже вторая версия Jiayu S3. Первая версия выходила с 2 гигабайтами. В новую версию добавили еще 1 гигабайт оперативной памяти и NFC в задней крышке. Но обо всем по порядку. Телефон средней ценовой категории. По характеристикам похож на большинство китайских топовых смартфонов текущего поколения, типа Meizu M1, Mlai SM52 или Phone P7000 и десяток других. Главный бонус 64-битности в том, что все эти процессоры поддерживают Android 5.0. Но нюанс в том, что на этот телефон пока есть только Android 4.4.4. Немного технических характеристик. Дисплей 5,5 дюйма, IPS 1920 на 1080 пикселей, покрыт стеклом Asahi Glass Dragon Tail, видеопроцессор Mali T760, внутренняя память 16 гигабайт, расширение флешкой microSD до 64 гигабайт, два разъема для микросим-карт, проверено работает в сетях 4G, MTS и Билайн, два микрофона, два динамика, NFC и аккумулятор 3000 мА. Камеры 13 мегапикселей и 5 мегапикселей. Корпус телефона выполнен в классическом стиле. Передняя панелька черная, задняя крышка графитового цвета. Пластик задней крышки матовый, следов почти не остается, ну только если пальцы совсем жирные. Управление такое же классическое для Android. Качелька громкости вверх-вниз, кнопка блокировки, все находится справа. Снизу разъем microUSB и микрофон. Сверху еще один микрофон и 3,5 джек. Снизу под экраном 3 сенсорные клавиши, меню «Домой» и «Назад». Если сравнивать телефон с Meizu M1, то по размеру он лишь чуть-чуть больше. Основная разница между этими телефонами – это как раз тот самый гигабайт оперативной памяти. Если на Meizu постоянно занято порядка 70%, то на Jiayu S3 занято 31% памяти. Экран телефона отличного качества, цвета яркие. Даже если повернуть его обратной стороной, можно заметить, что цвета совсем не меняются. На самом деле он звучит примерно вот так. Среднего качества, но звонок слышно хорошо. Звук в наушниках тоже громкий. Качество очень неплохого. Примерно на уровне того же Meizu M1 с большим уклоном в низкие частоты. Очень хорошо слушать электронную музыку. Благодаря отличному железу и 3 гигабайтам оперативки, система работает ну очень быстро. Все процессы переключаются мгновенно. Камера, там, игры, что угодно. И из памяти не выгружаются. Вот разница между 2 и 3 гигами чувствуется прям сразу. В Antutu телефон набирает 41 300 баллов. И когда появится, или если появится Android 5.0 или 5.1, будет набирать гораздо больше. Пока из всех смартфонов, с которыми я общался, Jiayu S3 — это самый быстрый смартфон. О, прикольно, тут есть оплата через NFC. А как это работает? Нажать «Оплатить подробнее». Также есть умное пробуждение. Двойной тап, слайд вверх для разблокирования, слайд влево-вправо для перемотки песен, буква «С» для камеры, «Е» для браузера и так далее, и так далее.